Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем играть в Myst Legacy. Добрая игра, бесплатная, но чтобы зарабатывать местные кроны, надо либо платить, либо зарабатывать золотишко игровое и покупать сундуки у других игроков. 26 тысяч. В прошлый раз я покупал за 25 тысяч пару сундучков, а тут за 26. Когда-то я еще дешевле покупал, так что я даже не знаю, хорошая ли эта цена или нет. Возможно, дороговато, но у меня есть 42 тысячи, и, пожалуй, надо купить или думать. И сразу же использовать. Зачем? Что мы, перекупщики, что ли, там, покупать, продавать? Вот, 450. Нужен пятый слот, нужны таланты, потому что как без этого? Возможно, нужно еще вот эту... улиточку купить, не знаю, очень всего нужно. Итак, квест, желтая надпись обозначает, что у меня все есть, только оно лежит в сундуке. Загрузимся и возьмем. Так, 50 бревен гурдизма надо сразу же сделать, потому что потратили денег, надо их восстанавливать. И 10 зинкоила. Блин, зинкоил заканчивается, я его постоянно трачу на все вот эти квесты, и все, и все. Так, по-моему, это надо куда-то сюда везти. Я же не ошибся. Да, 41. Сейчас мы отвезем, и будут все довольны. И как раз возьмем квесты, выполним эти квестики. Там же сказали поискать местную ведьму. Якобы с феями никто не будет разговаривать со мной, феи не будут со мной разговаривать. Я говорю, ну я по местных поспрошу. Вот, 12 тысяч монет, 2 репутации. Хорошо. Но такие квесты, конечно, хороши, но требуют много ресурсов. И да, и появляются только раз в неделю. Что там у тебя по алкоголю? А, ну ты в Тарталос и репутацию. Пока ты даешь репутацию, я буду выполнять твои квесты ежедневно, не переживай. У меня даже есть от этого чешуя тарталусов. Так, инструмент для дирантола. Какой там нужен топорик? Оцель и акация. И 800 монеток. Считайте, что уже сделано. Но пока мы не сделали, спросим, что у тебя за квест. О, можно за 500 монеток раскачать переговорку до 17 уровня. 98,4. Наверное, это стоит сделать хотя бы разочек. И наступает ночь, и все активные персонажи засыпают, и квесты у меня закрыты. Главное, я убеждение прокачал. Это... никогда не знаешь, когда тебе оно понадобится. Итак, все проснулись. И что, тут надо снизу взять квест. Итак, расскажи, к тебе там твоя знакомая родственница не приходила? Эй, это частная собственность, уходи отсюда. Я ищу Сахару. Ты замечаешь, что фермер немножко сомневается. Я никого по этому имени не знаю, уходи, знает. Не может быть, попробуй, послушай-ка меня внимательно. Так. В смысле? В смысле? То есть я вот 43... А, о, надо было отойти, подойти. Как обычно они любят. Атлетика 35. Подкупить фермеров. Поспорить с ними. Или там просто избить его. Ну, блин, а я смогу на 35-то навык прокачать? У меня навык разговора... дай бог 17. То есть в сумме это будет даже максимум 34. Выше удвоенного максимального предела я не получу. То есть 35 откладывается. Обсуждение. Или это как раз обсуждение не смотрел, да? Атлетика. Атлетика у меня еще хуже, потому что она еще не докачана до 17 уровня. Все грустно. Если только обманным путем его. Но вот обманный путь, если я смогу подобрать одежонку, то... да, у меня есть шапочка подходящая. Давай подкупим его. 300 монеток, конечно, да, но репутацию получу и квест выполню. Давай, рассказывай, я тебе денег дам. Так, ты пытаешься найти слабую посту, господи, точку у фермера, подкупая его наемных работников.
Ты понимаешь, что у этого мужика есть денежные проблемы с группой неуважаемых людей. Ты используешь эту информацию, чтобы заставить его говорить. А, я расскажу, ты победила. Как будто у меня не было достаточно проблем. Посмотри на мой дом. У меня даже нету денег, чтобы его нормально следить за ним. Сахара недавно ко мне приходила повидаться. Я рассказал ей о своих проблемах. Она, как говорится, застряла у нее мысль в голове, что она должна пойти поговорить с этими с пиратами. А, ну, в смысле, я имел в виду с торговцами, в котором я вложил, чтобы они там новую лодку купили. Я больше ничего не знаю. Я больше ее не видел с тех пор. И они приходили, угрожая меня удвоить мой долг, если я еще одну ведьму к ним подправлю. Моя кузина не ведьма. Я даже не знаю, жива ли она теперь. Это ужасная история. Где я их могу найти? Уже слишком поздно. Уже никаких смысла искать проблем нет. Моя кузина наверняка умертва. Это был ее выбор. Ты такой смотришь на фермера, ты давай, короче, раскалывайся. Ладно, ладно, хорошо. Я же слабенький, бесхребетный фермер. Что ты с этим сделаешь? Будешь меня пытать, чтобы я все рассказал? Ну, наверное, думаю, что теперь это просто забирают мои монеты. Он показывает, что его спина избита в шрамах. Я хочу остаться в живых. Никто не знает, что они сделают со мной в следующий раз. Это твой последний шанс. Расскажи мне, где они? Пиратский остров? О, господи, остров, остров. В итоге он рассказывает тебе, что пираты сделали секретную пристань на маленьком острове. А как я туда попаду, ты слушай. Ты, конечно, мудрый такой, но... Может, ты что-нибудь еще расскажешь? Ладно, ты ничего не расскажешь. Вот как я сюда должен попадать? Пиратский остров. Не знаю как. Ладно, будем считать, что там где-то кузина находится. Так, а ты что такая? Так, Алахара привлекает лучших алхимиков со всего района. На самом деле это не академия, но центр исследования. Так что тебе нужно быть достаточно крутым алхимиком, чтобы оставаться здесь. Но, однако, если ты заинтересован, чтобы изучать алхимию, мы готовы поучить тебя основам, даже больше. Может быть, тебе нужны мои услуги? Некоторые субстанции сложнее находить, чем другие. Так что, ну, по разным причинам. В этой причине нам нужно семена какого-то грифола-алата. Очень редкое растение, которое ходит и пожирает всех людей, которое просыпается по ночам. Они питаются мясом и могут жить только в холодных температурах. Я могу показать тебе на карте, где ты можешь найти их, если ты согласишься собрать для меня несколько. Эта субстанция для тебя никакой пользы не принесет, так что эти компоненты гораздо полезнее мне. Я пойду туда, как только возможно. Как только, так сразу. Мертвый сезон. Она указывает тебе на северо-запад от Картамбле. Северо-востоке, северо-запад, северо-запад. Это место, куда ты должен пойти и собрать эти семена ночью. Чем ты торгуешь, девушка? Секрет алхимии. Ага, потому что у меня репутация десятки, у меня же двадцатка репутации. Бандаж. Ну, перевязка с экстрактом, то есть какая-то улучшенная перевязочка. Но 1000 монет. Не, 15 плюс 12. 27. То есть теоретически я мог бы еще купить за 26. Но не встречал.
Кстати, насчет львов. Может быть, тут льва какого-нибудь встречу? Ну вот я встретил льва, но он далеко. Я хочу немножко шелка пособирать. Это не совсем шелк, не силк. Это лен скорее какой-нибудь. А мне этих львов надо убивать. Еще 4 штуки. Так, у меня хотя бы топор правильно, то я иногда люблю на себя надевать всякий мусор. Так, я взял торговца, кстати, вместо того, чтобы собаку с собой носить. Потому что собачку я докачал до 15 уровня. И, ну, блин, и больше и со мной никакого смысла ходить нет. Пока она не эволюционирует, я надеюсь, ее можно эволюционировать. Вроде как можно, но у меня этого квеста нет. С другой стороны, торговец, он вроде бы танк и должен пожить чуть подольше. Ладно, квесты выполнять, конечно, вот эти временно хорошо. Давайте заглянем, вдруг выложили еще что-нибудь. Мист. О, еще один сундучок. Купим его на последние деньги. Действительно, чего бы нам не купить? Покупаем, просто чтобы не думать. Вот и все. Мужик рад, мы рады. Так, где? Денег больше нет, извини. 700 монет. 700. Еще два сундука. Я смогу купить пятый слот для компаньона. И как бы будет игра пройдена. Ну, нет, конечно. Потому что мне нужно все еще миллионы золотых на то, чтобы купить все рецепты. Я даже боюсь об этом представить. Итак. То, что я хочу сделать, находится где-то здесь. Там есть один квестик, вот если посмотреть, вот он. Я хочу сходить и сделать его, а этот квест особенный. Так, оружие дня. Длинный меч. Блин, я не уверен, что я даже такие могу делать. Сварпер, саранит, эрелит. Блин, 5000, если такой меч ему принести. Не, это фантастика, я мечи такие делать не умею, потому что я только топоры научился делать. Как бы да. Так, ботаника. Есть у меня что-нибудь на ботанику? Шапку, пожалуйста. Академик. Ботаника плюс 5. О, 26. Подойдет. Так вот, касательно того крутого квеста. Это квест на тренировку животных. Во всяком случае, я видел там зайца, которого можно якобы приручить к себе. Но у меня нету постройки, соответствующей для этого зайца. И это не какая-нибудь там стоит для осликов, которую я строил в промышленных масштабах. Нет, там нужно какой-то загон такой для приручения. Итак, вот, посмотрите, дикий заяц. Он наверняка как бы... Этот заяц смотрит на тебя, не двигаясь. Приручить зайца. Нужно вот пятерочкой, тогда у него там навыки кусания, там ярости, все такое. Но у меня нету места для него, потому что не построено. А вот эта тетка, может быть, что-то об этом знает. Не подходи возле клеток, иначе они откусят твои пальцы. Что это за место? Ты находишься там, где приручают диких животных. Ужасное я. Ты смотришь на ее нежное лицо и, так сказать, думаешь, что тебе надо смеяться над этими словами. Может быть, ты расскажешь мне больше? Это моя ферма. Я живу здесь, и я тренирую боевых зайцев. Некоторых животных нельзя растить в мирное время. Ну, то есть они только в дикой природе появляются. Но, однако, хороший тренер может их приручить. Это очень сложное искусство. Немногие люди могут им обладеть. Эти клетки крепкие? Крепкие, конечно. Крепкие ли достаточно? Достаточно, конечно же, нет. Мне нужно гораздо более крепкий металл, чтобы сделать более крепкие клетки. Она тебе на меня смотрит, так, может быть, ты как бы намеков понимаешь. Может быть, ты сможешь найти мне получше металл? Конечно же, Милли. Милли, что тебе надо? Тебе нужно 51 мела. Как мы делаем в таких случаях?
Перемещаемся по-быстрому чуть-чуть через лампочку. Анимацию посмотреть гораздо быстрее. К счастью, у меня есть 50 демел. Но если бы она попросила сотню, или там вот сотню какого-нибудь там кульверина, это были бы проблемы. Так. Вот так вот. Портал. Прыгаем сюда и бежим. Так. Может быть, она за это научит меня делать такие же клетки? Было бы неплохо. И тогда я бы смог сделать такую же клетку и приручить зайца. Не знаю зачем, но хотя бы зайца приручить. Так. Потерянные вещи можно собрать в течение 24 реальных часов, поэтому торопиться не будем. А то вдруг я перегруз получу. Ух ты, ух ты, ух ты. Ты что? Я думал там... Раз и все, тут как-то все очень плохо. Как раз я говорил, 50 кульверина, а у меня кульверина-то недостаточно, 48. Тогда я получу 1000 монеток и укреплённый рецепт для питьевой штуки. Ну ладно, держи кульверин. Ну-ка, зачем внутри кульверин? Элиндалия 50, а цели 50. Так, пожалуйста, металл. Где я могу найти кульверинчик-то мой родимый? Явно не здесь. А, вот здесь вот он, да? Как раз 4. Ну что ж, надо потелепортироваться немножечко. НРВН, портал. Все свои накопленные ресурсы сейчас потратим. А чтобы сделать эту питьевую штуку, скажут, давай-ка ты еще столько же металла. А я такой, а у меня уже нету. И как быть? Вот не знаешь, как быть. Ну ладно, будем. Главное получить рецепт, а там уже будем думать дальше. Так, 4 у меня есть, значит надо... Сколько там? 46? Отлично. Боюсь, надо ходить каждый металл доставлять отдельно. Потому что перегруз у меня серьезный. Может быть, конечно, если я ослов бы всяких наставил, я бы справился быстрее. Возможно, так и стоит поступить, когда буду привозить последних 2 металла. Чтобы не тянуть. Блин, надеюсь, ты не уснешь, пока я к тебе иду. То это была бы проблема. Да, как я чувствую, что подбирать предметы бессмысленно. Так, держи кульверин. И ты засыпаешь. Остается только заяц. Ну ладно. Перемещаемся лампой. Меня это не испугает. Так, ребята. Выгоняю из группы. Выгоняю из группы. Выгоняю из группы. Так. Транспорт. Транспорт. И козлик транспорт. Сколько у меня всего инвентаря получается? 3800. Я думаю, это очень хороший результат. Так. Сперва нужно загрузиться товаром. Вот элендали у меня вроде бы достаточно. Так, 50. Хорошо, половинку забрал. И ацели. Вот ацели мало. 84. Все свои максимальные запасы. Опять надо... Опять копать, как говорят. Так... Продолжаем движение. Не останавливаемся, не задумываемся. Вот было бы неплохо рецепт длинного меча сделать, потому что там целых 5000, если такой закрафтить. Наверняка он где-то есть, я поищу его. Правда, этот рецепт наверняка стоит 1006, я не знаю. Ну,
они любят дорогие вещи и рецепты такие соответствующие, потому что рецепт длинного меча звучит как план капкан. Блин, ночь, зачем я иду к ней? Надо идти в таверну. Что же все не так? Может, как раз ночью буду не так медленно ходить. Так, зачем там патрулировать, если даже денег не платят? Ну, все, день. И утро наступает. Отлично. Давай, я тут целую караван металла несу. Не слабые у тебя запросы, девушка. Не слабые. Ациэль. И Элендаль, который тоже там не везде добывается. Как только ты последнюю доставку металла сделал, она показывает тебе несколько ее старых конструкций. Она довольно горда одной из них, укрепленный прототип укрепленной штуки для того, чтобы пить воду. Так, что у тебя еще какой-то рецепт? Эта питьевая установка довольно круто выглядит. Я знал, что я могу рассчитывать на тебя. Ты не очень понял, что она имела в виду. Вот лист разных камней, как я понимаю, которые мне нужны для моих следующих клеток. Не переживай. Не торопись. Если я начну тренировать прямо во время сезона размножения, они вообще ни о чем не будут думать, так сказать, только об одном. Так что их тут особо не потренируешь. Хорошо, я побеспокоюсь об этом. Что, типа, ух ты, тебе нужно не ко мне, а тебе нужно целых вот принести вот сразу. Раз. Просто ужас. Кульверина 20, которая у меня точно нет, а цель, возможно, есть. Диорит 50, Грантия. Чендерена у меня точно 40-ника нет. Адиемель. И Марбрейн. Элиндали 20. Звучит как такая себе хорошая вещь. Интересно, что я получу за 46-й квест? За вот этот. Барн. Я изучу... И 22 тысячи? О. Да, рецепта... Денежки дают, надо просто работать. Не стесняться. Не стесняться и работать. В чем? У меня 185, но вот тут... Много на что нужно, поэтому... Руби. Рубись, рыбка, большая и малая. Никогда не знаешь, когда тебе скажут, принеси-ка мне сотню аликорда. А я такой, хорошо, и у меня раз, 35. Опять же, лес качать надо. По единичке только он качается, 22 лес. Что-нибудь по единичке, по одной сотой. То есть, все очень плохо. Так, давай-ка посмотрим. Девайс, да? Агрикультура. Укрепленная питьевая основа. Так, 46B. 46B, конечно же, нету Stoneworking. Как раз прокачаю Stoneworking. И 46B, да? Не подходит. 46D, например, если... Тут надо просто одеться подходяще. И 46. А, ну да, тут тоже D. Кульберина не хватает. 46А. 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 Вот почти могу. Stoneworking и немножко Forge. Элиндаль еще куда-то нужен. Смогу сделать хотя бы одну питьевую штуку? Или пока отложить это все дело? И лучше сделать и не думать.
Мне надо будет занимать слово. Так. Stonewalking. Штаны. Не, давай вот какую-нибудь, ну, например, нарукавничек, который мне сразу и все сделает. Итак. 46А. 46А здесь и 46А здесь. Сделать. Кумбаранс 500. 15 в каменной обработке. Замечательно. Ну-ка, 46С, 46С. Как так, кульверин, конечно же. 46... изменился, я уже испугался. Хорошо, 46Б, 46Б и 46Б. О, я могу 46Б сделать. Проверяем, 46Б, 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 все. Получается укрепленность 15. То есть, если эту штуку поставить в этот... в барм, то как раз... Ну вот, осталось только две вещи. Набрать 40, 40 чендерена. И набрать 20 металла. Этого металла у меня есть, 46А. А вот чендерена нету. Где я могу чендерен достать? Ну вот тут вот 4. Так, где-то очень далеко много. И где-то очень в опасном месте 8. То есть, а надо 22. Это делается не быстро. А раз делается не быстро, то, пожалуй, на этом можно сегодняшнюю серию закончить. Надеюсь, вам понравилось. Так, а зачем я ее к себе в инвентарь взял? Потому что могу. Да, потому что могу. Давай-ка пока не положим сюда. Ну, что ж, если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. А я пока пособираю ресурсы, чтобы в следующий раз заготовить и быть готовым. Поищу рецепт длинного меча. Может быть, уже сразу же и скрафчу его. Но, наверное, это же произойдет за кадром и не сегодня. Ну, надейтесь, что я смогу сделать этот меч. Хотя нет, скорее всего, не смогу. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.